чтобы, несмотря на разницу в росте, у партнеров получалось все синхронно. Отличная работа Саши Жулина. Гениально. Такой эмоции вообще. Молодчина. Выдал. Знаешь, было сегодня на грани срыва. На грани срыва. С Кьером Костомаро. Здорово. Я прям как настоящий тренер. Садись. Прям как настоящий. Класс. Попали. Егор Бероев, Екатерина Гордеева. Оценки за технику. 6-0. Средний балл 6 баллов ровно. Оценки за артистизм. 6-0. Средний балл 6 баллов. Общий балл 12 баллов ровно. Ну что ж, Леонид, замечательный номер. Я вас пойму, если сейчас вы будете говорить междометиями. И вообще я хочу сказать, насколько же, Егор, тебе повезло с партнершей, с этим замечательным человеком, с этой великой фигуристкой и с этой потрясающей сексуальной актрисой. Катенька, браво! Егор, мы тебе все завидуем. Действительно нужно говорить междометиями, потому что это что-то невероятное. Все равно это шоу, все равно мы в это играем. А сейчас было что-то такое, то, что было похоже на настоящее абсолютно. Я подобной скорости не видел. Скорость, на которой все делалось, она как-то все-таки такая не для шоу. Это настоящее такое спортивное, классное выступление и... Драйв невероятный, и если бы была оценка за артистизм 7, я бы поставил 7. Антон? Антон, как тебе платье, Катя? Платье прекрасное, а Катя... Вообще номер тебе понравился? А Катя просто невероятная. И мне номер очень понравился, я действительно бы хотел отметить особо ту скорость, с которой ребята передвигаются по льду. Она действительно приближена к тому, что делают начинающие фигуристы. Я вас поздравляю, фантастический номер, и вы замечательно катаетесь. Спасибо большое. Спасибо, Егор, спасибо, Катя. Я присоединяюсь и к Лене, и к Антону, и говорю, что не хватает кнопок. Я бы тоже больше поставил бы. Нету больше. Больше. Татьяна Анатольевна. Какая она все-таки прелесть. Настоящая прелесть. И какой же все-таки Егор сильный. Егор... Потому что делать такие сложные, высокие поддержки так легко, это ведь очень сложно. Ну не отнимай хлеб у меня, ну не отнимай. А Егор не только сильный, он такой красавец. Он так здоровско танцевал. Делал такие сложные переходы. Они мне, может быть, чуть-чуть мешали, Саша. В следующий раз учтите. Чуть-чуть. Вот. Но очень многому научился. Был потрясающий тодос и поддержка. Но все это было в музыке. Все это было в таком кайфе. И который они не отпускали до самого конца. Вот до самого-самого последнего движения. И еще держали, как я люблю, еще 3 секундочки держали, да, это состояние. И каталась вместе с ними, да, и пелась вместе с ними. Очень здорово. Судя по оценкам, тема сегодняшнего дня вам пришлась по душе обоим, так? Да, мне очень понравился выбор нашей музыки. И спасибо большое всем за прекрасные слова, судьям. Спасибо большое. Не знаю, что сказать. Всем спасибо. Нет, если ты не знаешь, что я тебе скажу, да? В тихом омуте черти водятся, а на ледниковом периоде Екатерина Гордеева. Вообще сегодня день для вас такой. Понимаешь, все завидуют Егору, мужчины, женщины завидуют тебе. Как с этим грузом жить? Теперь, да, не знаю. Ну, не, на самом деле, по-моему, я, мне кажется, сложился танец, получился. И самое главное, что сегодня совершенно офигенное жюри, потому что просто... Просто офигенное. Просто... Клевое.
Такие чуваки. Когда мы в коридоре, там я видел этого, я просто не поверил своим глазам, что... Прикольно перед ними танцевать. Прикольно. Зыкинская. И надо сказать, что время, вот то, про которое мы танцуем, и, в общем, стиль... Он, по-моему, сегодня, вот я смотрел какие-то выступления ребят, по-моему, представлен совсем диапазон невероятно широкий. Вот, Саш, спасибо тебе большое. По-моему, хорошо. Да, я тоже хочу присоединиться. Сань, спасибо, что мы пошли на такую рискованную идею. Какая она скромная. Сделай так еще. В следующий раз. Она обещала, мы будем ждать. Ну, мы работаем, Татьяна Анатольевна, двигаемся вперед. Я вижу. Саша нам делает какие-то, ставит препятствия в качестве переходов. Да-да. Вот, но Катя, по-моему, держится терпеливо со мной. И, в общем, я постепенно. Да Катя умница, красавица. Спасибо большое. Спасибо. Что бы она ни делала, она делает все прекрасно. У нее никогда, наверное, у единственной не бывает перебора. Понимаете, она не заходит за определенную черту. И это очень тонкое качество. У нее, что бы она ни делала, у нее никогда не может быть вульгарно. Это очень море важно. Стиля и море вкуса. Да. Именно поэтому мы решили взять эту песню. Да, потому что это в ее душе. Секс-бам, секс-бам. Это в ее душе. You're my sex-bomb. А куда она пошла? Твоя-то? Плащик подбирает. Еще и аккуратная. Молодцы, до свидания.